вот там, где «Жигули» стоит. Угу. Там 4 снаряда легло в дом. То есть вот это самая печальная картина, то есть вот, у людей не жить негде. Сейчас как раз занимаемся, чтобы расселить их и одеть, обуть, обогреть. По большому счету. На улице Кузбасская, это там разрушение еще больше. Здесь большей частью... Там по пленке, он подойди к человеку. Большей частью пострадало, повыбивало стекла девятиэтажки. Вот тут в районе церкви. А основная часть легла в частный сектор с той стороны. Он на улице Кузбасская, там через дом разрушен. Ранила его. Ранила собачку. Вы целые, все нормально? Ой, целые, это только собаки. Позатыкали, где там не замерзли. Наши поехали это до знакомых, дети. А мы с дочкой вот, это, на одной кровати, в одной комнате, там, под тремя одеялами, холодно. Была там кухня, только нагнулась, оно как начало, штукатурка там облетела. Эти самые там потолок пробило, он дом, вот видите, вот тут вот, вот попробивало. Вот. Еще вот это вот у нас хоть загородило, что сюда меньше. Вот это собаку или в будке его ранило, он собаки кровь, тут он все в крови. Он стены, шторы, все это самое. Все там загорело, фугас один упал, вот подбор, воронка, и один вот там. Вот это пробило все, вот это вот. Тут дочка стояла, держала двери, как она опустилась, я не знаю, это ее бы убило. Кошек побило, в сарай попало, в трубу попало газовое. От газовой трубы загорелся сарай, загорелась крыша этой времянки. От этой крыши туда. Значит, мы вызвали пожарных, их не было 2,5 часа. Тут горело все, 2,5 часа у нас истерики. Если бы они хотя бы приехали сразу, они или не знали, или мы последние здесь были в их точке. Приехали через 2,5 часа, когда все сгорело. Смотрите, вот здесь, смотрите, вот она, времянка, тут бабушка жила. Приехали СБ, АСБ, или как это называется, это дочка сказала. Сказали, раненые есть, мы говорим, нету. Хотя у мужа тут все пекло, 3 пальца. И вот сюда на грудь кирпич, когда били, то у него сюда на грудь кирпич упал. Он сейчас еле тоже дышит. И пальцы обожженные, и рука обожженная, и у дочки обожженные локоть. Вот это вот только успели выскочить, когда оно занялось и стало хлопать. Вот там вот этот шифер. Ну, оно ж лопать нельзя ж сюда. Потом завелось, нельзя через этот дым пройти. У нас 2 кошки загорело элитные. Я не знаю даже. И мы уже не могли ни обувь, ничего. Вот мы остались, я не знаю, как я даже поеду домой. А вам есть куда выехать? На Ленинградском. Мы там. Там квартира 2-комнатная. Но у меня 2 детей. А мама здесь жила. Отец умер, и она прописала дочку. Дочка инвалид детства. Лена, а там разрушительница пленку дают. Люда побежала за пленкой. Вчера мы же уехали, уже было темно. Нам же тут же ничего нету. Ни света, ни газа, ни тепла. Мы уехали, сказали, пленку привезли. Никто не мог на этот дом взять. Мы вот здесь залегли, вот между этими двумя. Вот здесь вот. Тут выбивало, вот отсюда кирпич упал, прямо залетел. Я не знаю, что он ударил сюда с моего мужа. Тут Людочки на спальне. Таня, мы живы, а нашей Галине ноги оторвало. У Галины Аникиенко ноги оторвало, она пошла на манипуляции. А, Вика, или кто? А, Вика, да. Так, ладно. Лен, я поехал, Лен. Я поехал. Не приедем. Вот это можно вытащить? Нет, вот это. Вытащим. Ну, вот, ребята, привет, вытащим. Не можете достать? Девушка, у вас хорошо, у вас квартира есть, и все нормально. А у нас что? Что у нас? Что мы можем сделать? Говорили, что деньги дадут. Какие деньги? Кто там даст? Бежите, денег нету. Солдаты, вот где будут раненые, лежат в госпиталях солдаты. Остановить! Нам надо. И просят люди, товарищи, помогите.
перебрасываются снарядами, или все, туда-сюда, туда-сюда. Дойдите наступать, оттискивайте их границы, убирайте их отсюда. Нет, они, блядь, стоят, не друг на друга стреляют. Ну что это такое? Сидит в окопе, бам, туда, вот оттуда бух прилетел. Что это такое? Гоните их через границу, на границу, выгоняйте их. Выгоняйте. Дайте что-нибудь. Хватит, сейчас тебе отрежем. Скажите, а по сколько дают пленки? На квартиру. Ну, сколько? Ну, сколько на квартиру? Какая квадратура? Ну, на двух, я не знаю, сколько тут вы отрезаете. А кто будет нам помогать? Раздаем по метражам, по, ну, какая как бы квартира, сколько стекол, сколько окон, так и выдаем. Спасибо. Ну, теперь я вижу, кто... Ну, вообще, как бы... Даже не знаю, как вам сказать. Сначала было по квартирам, по площади квартиры, сколько окон. Ну а сейчас, как бы, ну, времени нет, рук не хватает, как бы, ну, в основном пенсионеры, поэтому как бы надеемся на честность. Так и выдаем. Эта пленка покупалась, это волонтерская организация, да? Да. Здесь у нас вся городская администрация, как бы основные люди приехали, которые сейчас организуют этот процесс. Вот за Киевская 46, вот если за этим домом, вот так дом стоит поперек. Там сейчас МЧСники работают, службы СЖКов, ЖКХ всего микрорайона Восточного, отрабатывают в основном все дома, где были пожары, где были прямые попадания снарядов в дома и где необходима помощь. Сейчас люди туда приходят оказывать, чтобы где-то помочь, там также выдают пленку. Инициативная группа «Вместе». Мы находимся по адресу город Мариуполь, улица Энгельса 39. Да, это пристройка напротив недостроенного храма. Там дежурят наши активисты. Они собирают помощь, всю необходимую. Плюс есть в Фейсбуке группа, фейсбучная группа «Инициативная группа «Вместе». Там есть все необходимые координаты. Куда перечислять карточный счет, адрес и контактный телефон.